моя дудка! Ищи мой гудок, давай, что ты читаешь? Где дудка? Гудок! Где? Что, где? Давай быстрее, мы начинаем уже. Не дудеть нефчего, дай. Ты иди ищи, это моя. А моя где? Держите, Билл, в туалете лежала вместо ёршика. Паразиты, что я там делала, а? Буду дудеть тебя в туалете, делала, что ли? Придурок, еще извращенка. Болей сюда нахрен! These are my best friends. They're still hot when love comes cold. Flowers are fine and the wine is divine, but so is a penthouse in Rome. Capital lights are better than romance. If you want to take me оно, потому что женское. Ну что, время собирать лайки. Клево. Та-дайщ. Женщина, извините, пожалуйста. Ну? А можно вас попросить больше не комментировать мои фотографии в Инстаграме? С какого перепугу-то? Давайте я вам почитаю, смотреться. Вот, шалава. Ага. Вот и все. Шалава. Ну да. А вот где я с собачкой. Сучка и шалава. Ну, сейчас угадаю, я, видимо, шалава. Да нет, ты сучка и шалава. А собачка хорошенькая. Такая. Слушайте, я вам сейчас не угрожаю, я вас по-хорошему прошу. Оставьте мою звездную жизнь без своих вонючих комментариев, окей, сэм? А с хрена ли баня-то упала? Интернет – свобода слова. Так что давай, вали отсюда. Шалава! Вали отсюда, сказала тебе, не мешай работать. Ты что делаешь, курва? Пошла ты. Шалава, иди, шалава. Тварюга какая. У кого телефон звонит? Я говорил выключить звук на время съемок. Грязно как? Нормально? Нормально, упало нормально. Хорошо? Простите. Вам не больно? Иди, куда шла. Иди, куда шла. Скажите, а есть в зале мужчины, которые наряжались сюда дольше, чем их спутницы? Есть? Вы знаете, вас нужно внести в Красную книгу. Давайте посмотрим. Блин, Катя, ну сколько можно, а? Ты там тайно рожаешь, что ли, или что? Давай, выходи, уже четвертый час одеваешься. Ну, любименький, ну уже скоро, ну почти. Вот. Все. Я готова. Как тебе мое платье? Какое? Которое на мне. Так. А как тебе, Катя, мой цилиндр? Какой? Ну, который на мне. Но на тебе нет никакого цилиндра. Ну да. Я думал, что мы с тобой хвастаемся несуществующей одеждой, Катя.
Ты что там, 4 часа одевалась, не знала, что надеть, решила вообще ничего не надевать, что ли? В смысле, ничего, а вот? Умоляю, пойдем скорее, ты ее же спотнула. Катя, ты спотнула? Ты понимаешь, что мы до ресторана не доберемся в таком виде? Ты понимаешь, что таксист попадет в аварию, потому что все время будет пялиться на твою грудь? Спасибо, пусть, мне так приятно. Катя, это не комплимент, иди оденься. А вот это обидно. Я, между прочим, месяц худела, чтобы влезть в это платье. Влезла? Довольно? Все, теперь вылезай обратно, иди, надень что-нибудь другое, иди. Что, например, мешок из-под картошки? Слушай, Катя, не надо никакой мешок. Олег, ты рвешь мне мозг, я вообще не понимаю, что тебе надо. Между мешком из-под картошки, Катя, и манекеном из дикой орхидеи есть миллионы вариантов одежды. Ну что ты глупенький, завелся. Но раз тебе не будет приятно, что ты придешь со мной в ресторан, все будут смотреть на твою женщину и говорить: вау, вот это да. Катя, я приду в ресторан, и все будут говорить: вау, вот это да, мужик с собой проститутку в ресторан притащил. Ты что, из меня вообще монашку решил сделать? Катя, это опера, а не нудистский пляж. Катя, прикройся, это похороны. Катя, у тебя сосок торчит. Катя, ну у тебя торчал сосок на похоронах. Это дизайн. Это сосок! Если бы он мне тогда не торчал, мы вообще, может быть, даже и не поженились бы. Слушай, Катя, мы с тобой поженились 8 лет назад, и свой сосок давным-давно уже можно спрятать, поняла? Знаешь, ты просто сгусток подростковых комплексов. Между прочим, это последняя коллекция Сен Лорана. А твой Сен Лоран умеет экономить на ткани, да? Как ты можешь так говорить, он же умер. Да, Катя, умер и не успел дошить твое платье. И вообще... Мы современные люди, а современные люди придумали кучу благ цивилизации, в том числе и одежду, Катя. Вот именно, а ты сейчас рассуждаешь, как первобытное чмо. Давай тогда вместо ресторана пойдем посидим на камне, пожуем сырую косулю, а потом придет динозавр и сожрет тебя. Да, а тебя трахнет, поняла? Как ты можешь, они же вымерли. Слушай, они вымерли, потому что были без одежды и замерзли, да, Катя? А ты когда жрешь, чавкаешь, как собака. Это-то тут при чем? Я ни при чем, выбесил меня... Задолбал плохо про мертвых говорить, понял? Это ты меня задолбал со своими мертвыми, поняла? Мне вообще пофигу. Иди так, если хочешь. Вот иди пойду. Так, вот и все. Вот и пойду. Только я тоже немного изменю свой дизайн, окей? Хорошо? А что такого? Мы же современные люди, Катя. Сейчас все так делают, сейчас так модно, Катя, смотри. Опа! Ты что, больной? Все. А что больной? Смотри, класс! Просто кайф, все, пошли. В таком виде нельзя в ресторан. Ошибаешься, Катя, ошибаешься. Отличный костюм, по-моему. Сел себе свиную рульку, заказал. Сидишь, ешь, раз, на майку капнул. Майку снял и дальше сидишь, Катя. Вряд ли кто-то захочет в ресторане смотреть на твое тело. Ошибаешься, Катя, ошибаешься. Я это тело сегодня перед рестораном, между прочим, в душе мыл с шампунькой, поняла? Олег! Да, и с мочалочкой, поняла? И вообще, я этому телу купил абонемент в фитнес за 20 тысяч. И дважды в неделю там его на велосипеде прокручиваю, поняла? Неужели тебе будет неприятно, а? Ты придурок, ты в трусах! Ой, а про тебя это нельзя с уверенностью сказать, да? Так знаешь что, в ресторане будут наши друзья, и я с тобой в таком виде позориться не пойду. О, вы уже оделись? Отлично. Пойдемте скорее, а то в ресторанчике бронь со столика снимут. Пойдемте. Классный прикид, Олег. Да чисто там уже. Иди протри у меня пудра рассыпалась. Тру где хочу. Тут грязнее, видишь? Да когда что такое-то? Не успеваешь отойти, уже намусорено. Засрались совсем, да? Свинарник развели. Ох! Какая жара здесь. Как в Африке у вас, наверное, да? Слышь, это что за срач тут такое у тебя? Тань, помой меня, пожалуйста. Голову свою помой. Блонди, это на всю жизнь, Татьяна, как и твой халат. Что-то ты прям не очень женщин любишь, да? Так я сама посмотрюсь и пойду. Некоторым людям везет. Они устраиваются на работу и сразу понимают, что это их жизненное призвание.
А что делать, если ты не такой фартовый, как Саша Грей? Искать работу путем проб и ошибок. Пошла вон! Это ларек у метро, а не институт благородных девиц. Не собеседование, а детский сад какой-то. Наберут по объявлению, а? Есть там кто-то еще сегодня? Здравствуйте. Ой, ты ж господи. Это ж какая ласточка принесла нам такую дюймовочку. Я что, крот выгнал? Урод меня выгнал с предыдущей работы. Я по объявлению. Вы ищете продавщицу в ларек? Да, мы ищем. Но только чтобы вы понимали, продавщица в ларек – это не работа. Это призвание. Валентность вольфрама. Это зачем? Девочка моя, это не офис какой-нибудь. Это самый посещаемый ларек в Юзао. Здесь нужно быть готовой ко всему. Языками владеть? Ну, so-so. Английский, немецкий, ну, со словариком. Ага, сейчас проверим. А, пожалуйста, всех кто-то переведи. Я не поняла. Вот, значит, языками не владеешь, значит, будем обучать. Да мне не нужно ничему учиться, у меня 2 высших образования, я могу и дипломы показать. Под задницу себе свои дипломы положи, чтобы тебя в окошко видно было хоть чуть-чуть. Давай, садись за прилавок. Это вот вы так вот целый день сидите? А ты как думала? Это железнодорожная станция. Посещаемость этого ларька как лучшие годы у мавзолея. Кстати, принцип работы тот же самый. Принимаешь статичное положение, делаешь мудрое выражение лица и ждешь наплыва клиентов. А как тут в туалет ходить? Как, мил моя, терпеть. Долго? Нет, 2 через 2. Давай-ка, значит, сразу твою растяжечку проверим, да? Вон вот эту чашку мне достань, не вставая с места. О, боюсь, не подходишь ты нам. Не будешь до пива дотягиваться. А почему нельзя просто встать и взять чашку рукой? Женщина, вот посмотрите, вы еще дня не проработали, да? А уже пытаетесь изменить правила, которые люди годами придумывали. Позвучи опыт продаж. Есть, вы где-то раньше работали. Салон Мазерати. А, то есть опыта продаж нет. Давай-ка, значит, такой тест тебе проведем. Давай, одной, значит, рукой рисуешь круг, другой квадрат. А зачем? Сейчас мы проверим твою многозадачность. А то как ты потом будешь одной рукой блок сигарет распаковывать, а другой чек выбивать, ну? Смешная ты, ей-богу, не могу. Я просто впервые в жизни вижу человека, который дирижирует и крестится одновременно. Хватит надо мной издеваться, это всего лишь ларек. Так это не ларек, это храм. Священный храм, куда люди несут свои деньги, а я им за это отпускаю товар. Давай-ка сразу тебя, значит, по терминам погоняем. Давай, сиги. Сиг, рыба. В голове твоя рыба. Жига. Кто-то так разговаривает, мы же в Москве живем. Мы в Зазеркалье, Алиса. Ты с какой стороны гриба-то откусила, что у тебя мозг уменьшаться начал, а? Послушайте, мне кажется, я со своим опытом вам не подхожу. Сидеть какая слабовольная, а? Вот у нас до тебя женщина приходила, да? Просто случайно заглянула в окошко и застряла. И все равно умудрилась за сутки наторговать на 70 тысяч рублей. Как это? Врожденный талант. Слушайте, а какая тут зарплата в месяц? Обвешивать умеешь? Нет. Ну, тогда поначалу немного, конечно. Я научусь. Считать сперва научись. Давай-ка сразу быстренько. 37 плюс 49, 217 плюс 649, 214... Да без калькулятора, Я не могу так быстро считать. А кто тебе сказал, что нужно считать? Да просто сказала 1500 и все. Что нужно делать, если тебя просят разменять 500 рублей? А, ну, быстро, быстро. Дать 400. Молодец. Молодец, вот видишь, подаешь надежды уже. Так, давай-ка последний тогда тест. Готова?
Женщина, дайте мне быстрее вон то! Ну что? Вон то! Где? Вон там! Я не успеваю! Так я сейчас тоже на маршрутку опоздаю! Чё ты пялишься на меня? Дай мне быстрее вон то! Да хватит на меня орать! Я не для того два высших получала, чтобы сидеть в этой конуре и ждать, пока жалится надо мной отъевшая себе стаж и возьмет меня в этот жвачно-пивной вертеп! Добро пожаловать в большой бизнес, крошка. Отлично, да, мы отыграли номер? Да прям вот такие, я люблю такие номера. И главное, все правильно, да? Я прям на тебя напираю, а ты молчишь. Прям отлично, да? Ты что, мне не отвечаешь, что? Правильно же я говорю? Ну, правильно говорю-то. Кать, номер уже закончился. А, да, твоя правда. У меня же в жизни для этого другой человек есть. Сысоева! Сысоева! Варнав, видела Сысоеву? В инстаграме посмотри. Во! Сысоева, не беси меня! Где ты? Ну, что ты прячешься? Мыло украла. А лицо что прячем? Себя в зеркало увидела? Иди куда шла! Ты что, в косметичку чихнула? Нет, просто накрасилась. Нет, ты не просто накрасилась, ты очень хреново накрасилась. Вот знаешь, обзываться каждый может. Ты помоги мне лучше. Хорошо, я тебе помогу, если ты перестанешь называть меня... Хорошо. Фея, помоги мне, пожалуйста. Да, я фея. Иди сюда. Постоянные зрители часто жалуются, мол, сколько можно смотреть ваши обычные семейные разборки? Надоело. Хорошо, для наших постоянных зрителей необычные семейные разборки. Все, прибил я, Маша, вашу полку. Аллилуйя! Это все, что ты мне хочешь сказать? А, ну да. Че это я? Ты ж полку прибил. Дамы и господа, мы с вами являемся свидетелями эпохального события. Впервые за 8 лет, с тех пор, как в этой квартире появилась эта полка, она наконец-то оказалась на стене. Бурные аплодисменты! Маш, ты че? А вот и наш герой. Скажите, что вы сейчас чувствуете? Маша, ну что ты, ну прибил и прибил. О, боже мой, сама скромность, ну прибил и прибил. Вся семья 8 лет ждала этого события, когда же, наконец, эта полка перекочует из туалета на стену комнаты. И вот, наконец, это свершилось, а вы так просто об этом говорите? Вы же не ребенка из пожара спасли. Вы полку на стену прибили. Доча. Что за кипиш? Встречайте нас, следующий гость, Раиса Степановна. Автор знаменитой фразы: «Э, рукожопой, ты эту фигню прибьешь когда-нибудь, нет?» Господи, это такое событие! Да, вот 8 лет вы говорите эту фразу, и вот наконец, рукожопой прибил эту фигню. Что вы сейчас чувствуете? Я не знаю, помнишь, я тебе говорила, бросай вот этого утырка и выходи замуж за Эдика, который работает топ-менеджером в «Газпроме», помнишь? Да, помню. Забудь! Забудь, я забираю свои слова обратно. Прекрасно, это прекрасно. Так я не понял, вы что здесь устроили, а? О, мы тут ни при чем, это все ты устроил. А у нас следующий гость. Встречаем, Верочка. Наша дочь здесь не случайно. Ведь она, можно сказать, ровесница этой полки. Ведь о том, что у нас будет Верочка, мы узнали незадолго до того, как Олег объявил о своем намерении прибить полку. Поэтому можно сказать, что движение Верочки от эмбриона до второклассницы шло параллельно с движением полки из туалета на стену комнаты. Верочка, что ты хочешь сказать? У меня стишок. О, давай, моя рыбочка.
Мой папа самый лучший, мой папа идеал. Ведь столько дней не сна он, ни отдыха не знал. Он 8 лет работал упорно над собой, чтоб дать поганой полке достойный равный бой. Пробил гвоздем железным отверстие в сосне, и полка под наклоном отныне на стене. Браво! Браво! Верочка, скажи мне, солнце мое, почему ты не встала на стульчик? Стульчик разваливается, а я не застрахована. Молодец. Но мы сегодня убедились, что нет ничего невозможного. Когда-нибудь и этот стул перестанет разваливаться. Ой, да ладно, да сделал я тебе этот стул, ну. Нет, 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 мы еще недостаточно просмаковали сегодняшний подвиг. А у нас очередные гости, встречаем. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, я тот самый Ленкин, который уже и полку прибил, и машину новую купил. Да, мы, собственно, что пришли? Мы просто услышали громкие звуки из вашей квартиры. С мужем переглянулись, думаем, что творится. Может, убивают кого? Ну, не полку же Олег прибивает. Вот, и мигом к вам, а у вас тут такая радость. Вот, поздравляем. Спасибо, спасибо. К тому же нам так приятно, ведь это именно мы 8 лет назад подарили вам эту полку на новоселье. Господи, такой момент. Да как тут не заплакать? Как тут не заплакать? Ой, когда будут тест ДНК выносить, а? А, это не та передача. Но это самое интересное в таких передачах. Что ж, проходите, присаживайтесь. А мы движемся дальше, ведь у нас впереди еще много интересного. Прямо сейчас в прямом эфире мы позвоним на завод, где была изготовлена наша героиня-полка. Да. А, добрый вечер, это завод МосМЕП? Да. А 8 лет назад мы купили у вас полку. Не-не, мы возврат не делаем. Ну что ж, а мы движемся дальше. Встречаем, Валерий Карлович. Школьный учитель труда Олега. И он пришел сегодня не один. Он принес с собой скворечник, который Олег сделал в 8 классе. Вот он. Вот он, этот скворечник для треугольных птиц. Ну, что сказать, Олеша рос хорошим парнем, но руки реально из жопы росли. На уроках еле сидел, руки мешали, бедный. Ну, что поделать, бывает всякое. Так все, хватит, хватит, надоело, хватит. Что, решили поиздеваться надо мной, да? Решили меня проверить? Все проверили. Какая разница, что раньше было? Прибил я вам эту гребаную полку? Прибил и прибил. Все. Понял? Ну что ж, а мы не прощаемся с вами. Говорим вам всего лишь до свидания. Увидимся лет через 8. Да ладно, что там? Что там через 8? Сейчас пойду саморезы подлиннее возьму, да и все. Вот тоже. А, ну если саморезы, тогда через 12. Тест ДНК все-таки надо сделать. Просто интересно, какой генетический код у рукожопых. Охранник, а что это там за симпатичная красотка сидит в буфете? Я ее вообще не знаю. Пойдите разберитесь, вдруг она красивее меня. Вот она. Привет, малыш. Как вы сюда, папа? Посторонние на площадке, запрещено. Подожди, какие посторонние? Это же я, Танька Дорофеева твоя. Богиня чистоты, ну что ты, какие посторонние? Подожди ты. Возьмем ты на выгну. Так ты что, не узнаешь меня, что ли? Подожди ты. Смотри, ну. Вот. Ну, узнаешь меня? Это же я уборщица. Так вот же, смотри, вот. Ну уборщица вот. Уборщица красива. Ты? Че? Да. По-моему, все полосилось. Я фея. Встретились две половинки. И я. О, Натусь, а ты что, на номер? Ну? Смотри, я тебя порву и найду тебя, поняла меня?
А что там случилось? Да ничего, наш Кинг-Конг нашел свою вторую половину. Я не умею, курица! Кто, как не женщина, может вдохновить мужчину на победу? На победу на чемпионате мира по футболу 2018. Ну что ж, добро пожаловать в журнал «Женские штучки». Я пригласила вас сюда, потому что мы проводим конкурс на лучший женский ролик в поддержку нашей футбольной сборной на чемпионате мира по футболу в России. И вы прошли в финал. Нет, вы единственные, кто решил в нем поучаствовать. Поэтому давайте прямо сейчас смотреть ваше творение. С кого начнем? С меня давайте. Давайте с вас. Ой, ой, пошел! Ой, не надо! Ой! В общем так, фу, да баллисты. Если не хотите, чтобы у вас была такая красная задница, то собираем свои мозги, натягиваем бутсы и рвем всех. И тетя Марина рвет вас. Это что? Это какое-то насилие. Да вы что? Это не насилие. Это как такая профилактика. Ну, метод кнута. Насилие там, в конце, включать. Я надеюсь, Березуцкие, вы поняли, что в ваших же интересах показать хороший футбол. Перебор, да? Ну, я тоже сейчас так вот свежим взглядом взглянула, и смех, по-моему, лишний немножко был. Ваш ролик нам не подходит. А если смех убрать? Послушайте, это в принципе не та концепция, понимаете? Наш ролик должен давать какой-то импульс нашей сборной. Как-то морально ей помогать, что ли? О, помогать — это ко мне. Включать. Ты, Леонид Слуцкий, тебе грустно? Не знаешь, что делать? Жизнь превратилась в сплошной стресс? Я помогу тебе расслабиться и дам пару советов. Эй, алло! Вы что, издеваетесь, что ли? Господи, элементарные вещи надо объяснять. Во-первых, здесь есть скрытый смысл. Как вы видите, на мне карта мира. Таким образом, я как бы пробуждаю в подсознании тренера мысль о том, что было бы неплохо поиметь весь мир. А во-вторых, до конца надо смотреть. Смотри. Основная ошибка Капеллы – это перекос в сторону оборонительной игры. А нам не хватает качественных опорников оборонительного плана. А хавбеки неохотно оттягиваются в оборону, поэтому играть на удержание счета в данном составе – это утопия. Единственный выход – это рискнуть и сыграть по схеме 4-2-3-1 с опорниками, ориентированными в первую очередь на атаку. Понимаешь? Слушайте, ну вы меня приятно удивили. Включать. А после игры приезжай ко мне в апартаменты. Работаю одна, без подруг, не салон. Ну, ненадолго. Ой, можно мой ролик, пожалуйста, покажите, а? Мне очень надо. Слушайте, вот мне нравится ваш настрой. Вот он прям меня воодушевляет. Я надеюсь, у вас ролик такой же, да? Дорогие друзья, к сожалению, сборная России заканчивает свое выступление на этом чемпионате. Последний раз любовью с мужем мы занимались после победы над голландцами в 2008 году. Футболисты миленькие, я вас очень прошу, не разрушайте семью. Ну, выиграйте вы хоть разочек, я вас умоляю, я ж не за себя, я ж за детей прошу. За семью свою счастливую. Ну, будьте ж вы людьми и роды. Олег. Это что за личная истерика в HD-качестве? Вы вообще
представляете, как это показывает по центральным каналам? Ну, простите, пожалуйста, просто накипело. Мы просто с мужем через такое прошли. Врагу не пожелаешь. И Евро 96, и чемпионат мира 2002 года, будь он проклят вообще. А после 7-1 от португальцев у него вообще все как парус в штиле. А ему тогда даже 30 не было. И вроде только начал отходить, только разговаривать начал. Тут бац, опять в прошлом году из группы не вышли. Послушайте, вам не в ролик надо, вам в санаторий надо. Да я не против. Девушка, вы у нас последняя остались, на вас вся надежда. Что смешного? Это смешно. Меня зовут Надежда, и на меня вся надежда. Какая-то призрачная у нас надежда. Через 2 года мы с моим парнем в июне поедем сначала в Самару, оттуда мы сразу рванем в Волгоград, а после в Саранск и Калининград. Вы что, блин, творите? Вы что, охренели? Что я буду делать в Саранске неделю? А зачем вы на них орете? Ну, потому что я хочу на море. Я боюсь Саранск. Но это не повод на них орать. Ну, вы просто рано выключили. Перемотайте еще. Убью, уничтожу, прикончу, порежу. Вы больная? Нет, ну вы просто рано выключили. Это еще 4-й куплет. Надо перемотать. Я ваш РФС минометом приеду. И это еще нашей сборной победы. Вот. Ну. А если вы проиграете, то про тетю Марину узнаете. Вы знаете, единственное, кому это можно показать, это психиатру. Это все, блин, из-за тебя, твой дебильный смех. Да заткнись. Ну что, я победила? Ну я в 2 роликах, получается. К сожалению, нет. Может, к сожалению, да? Просто нет. Потому что есть ролик, который, безусловно, самый лучший. Попыталась сделать невозможное. Попытайтесь и вы. Вперед, Россия! Татьяна, я вижу, вы опять в халате. Послушайте, ну я сделала все возможное. Ну, вы обижаетесь на меня, да? Я вижу, что вы обижаетесь. Ну, Батюш, ну сами подумайте, где охранники, где вы? Он же весь такой мужчина, а вы женщина. Маленькая, белая, взрослая женщина. И все-таки я фея. Ради интереса набрала в Википедии «женская дружба». Вы знаете, есть просто дружба, а женской дружбы в Википедии нет. Вы представляете, до сих пор никто не дал определения этому, казалось бы, всем известному понятию. Давайте посмотрим следующий номер и убедимся, что женская дружба все-таки, ну, не знаю. Машунька, привет, дорогая. Ну, что за радостная новость? Зарплату повысили? Или машину новую покупаете? А, подожди, подожди. Олега укусила собака, и он теперь 40 дней не пьет, да? Нет, лучше. Я беременна. Что? Я беременна?
спиной. Тань, ты что, сдурела? Я сдурела. А с кем мы договаривались, что я первая должна забеременеть? Ну или на крайняк вдвоем? Ну это же была шутка. Шутка, Маша? То есть я под нее цикл подгоняю? А она шутит? Тань, ну я не виновата. Не виновата? А кто виноват? Я виновата. Нет, мало того, что я не беременна, так я еще и виновата. Ну вы беременные даете, у вас прям крышу рвет. Все у вас вокруг виноваты, вы одни ни при чем. Танюш, ну это природа. Отличная отмазка, Машенька. А давай маньяк на суде тоже скажет, что это природа, мол, я не виноват. Ну, какой маньяк, ты нормальная вообще, а? Нет, ну, бывают же люди, сволочи там. Животных мучают. Органами торгуют. Беременеют первыми. А что потом, Машенька? Обманным путем меня из квартиры выселишь? Или в лифте, в котором я буду ехать, трос перережешь, а? Танюш, ты, конечно, прости, но мы с Олегом не специально, поверь. А как я могу верить человеку, который мне сначала в глаза улыбается, а потом идет и во время овуляции сексом с мужем занимается? Так, Маш, мы не можем оставить этого ребенка. Ты с ума сошла? Пойми, подруженька, детки, они же в любви должны рождаться, а не назло подруги, а? Да ты-то тут при чем, подруга? А, я поняла. Ты мне мстишь за то, что у меня грудь больше, да? У тебя грудь меньше. Тебе ребенка мало! Что? Ты еще над моими физическими недостатками смеешься. Не, ну ладно бы там туфли такие же, как у меня купила. Или с мужем моим переспала. Да не хочу я спать с твоим мужем. Ну, конечно, зачем с ним спать, когда от него не беременеют? Какой у тебя срок? 3 недели. И ты 3 недели? Ходила и смотрела мне вот в эти вот глаза, да? Тань, да я не знала, ну вспомни, я на дне рождения еще со всеми выпивала. Ой, Машенька, а? Ты вот подруга говно. И мать говно. Даже выпивала, чтобы я не заподозрила. Ну, ты, конечно, больная. Я больная. Ты да, больная, да, да, конечно, я больная. О, а вот и бесполезно идет. Ну что, доигрался свой Warcraft? Че ты с ней? Привет, Маня. Привет. Да злится, что я раньше нее забеременела. Чего? Ты беременная, что ли? Да. Серьезно? Да. Ну ты тварь, конечно, Машенька. Надо признать, конечно, но ты даешь. А? Это что сейчас у меня за жизнь такая начнется, а? Скажи. Вон, смотри, у них новый холодильник, да? Вон, смотри, у них новый ребенок, да? Это сейчас у меня что за график будет, а, Маша? Секс-вынос мозга, секс-вынос мозга, секс-вынос мозга, да? И это перед финалом Лиги Чемпионов, да? Спасибо, Маша, тебе спасибо. Нет, а, подожди. Так это, наверное, потому что я тебя бросил в 8 классе, да? А, ты злопамятная, Маша, ты злопамятная. Вы охренели, а как? Какой 8 класс? Охренеешь тут с вами, с этими вашими подготовками к беременности, а? Я эту спаржу проклятую уже видеть не могу. Какую спаржу? А вы что там с Олегом, даже спаржу не ели, что ли, да? Нет. Вот посмотри, а, еще сидит лыбится. Ну вы твари, надо признать, давай, конечно. Давай, жри спаржу. Ну ничего. Слушайте, а, ребята, может вам просто расслабиться, как бы, да? Так знаешь что, закрой рот! Думаешь, забеременела, все? Диссертацию защитила? Слушай, а может точно расслабиться, а? Олежа, ешь спаржу. Слушай, а ты что вообще устроила, а? Что ты такая бешеная? Потому что бесит меня все! И тошнит уже 2-й день. Все от этих суши проклятых. А может, забеременна? Так знаешь что? Так, я в аптеку за тестом. Матушка, там у нас беда. Что случилось? Это надо видеть. Кто?
Кто эти люди? Почему так грязно? Ну, блин, я не буду гримировать, братачей. Наталья Васильевна, давайте сфотографируемся. Руслан, где охрана? Наташа, да отойдите вы. Наташа, это я во всем виновата, гребаная фея. Ты охранника не видела? Он уединился с уборщицей. Я открываю. Пойдемте на сцену, я потом с этим разберусь. Мне остается только пригласить на эту сцену всех красоток Comedy Woman. Девочки, бегите на сцену! Ну что ж, поаплодируйте всем этим удивительным, смешным девушкам, женщинам, бабушкам, всем вместе и каждой в отдельности. Сегодня пытались поднять вам настроение. Мария Кравченко! Екатерина Варнава, Мариночка Федункив, Екатерина Скулкина и я, Наталья Андреевна. А также мы благодарим всех тех, кто помогал нам на сцене и за кулисами нашего шоу. Спасибо вам, ребята! Ну и, конечно, спасибо вам, наш самый лучший в мире.